на канале «Сделаем сами своими руками». И сегодня я буду делать поделки на Хэллоуин. Поделок будет две. Итак, для первой поделки мне понадобится веточка, максимально похожая на дерево, гуашь, пластиковая бутылка, точнее ее нижняя часть, и вот такие стеклышки. Веточку я покрасила гуашью черной, чтобы она была вся черная. Из бутылки вырезала донышко, засыпала стеклышками. Сюда я вставила для устойчивости, эти стеклышки для устойчивости, в них я вставила веточку. И украсила нашу подставку в серо-черных тонах по теме Хэллоуина. Вы можете сделать подставку и укрепить ветку, исходя из вашей фантазии и исходя из ваших подручных материалов. Дальше. Я вырезала из бумаги вот таких черных летучих мышек. Приклеила сзади двухсторонний скотч. Он у меня на пенной основе. Нарисовала желтой гуашью глазки. И теперь будем этих мышек прикреплять к веточкам вот таким образом. Мышек вы тоже можете сделать любых размеров, так же, как и веточка может быть тоже любых размеров. Мышки тоже большое разнообразие в интернете, как их нарисовать, с какими крыльями. Можете выбрать на свой вкус все это. Итак, вот такое дерево получилось. Что такое? Так. Три руки у меня. Потом сфоткаем. И приступать будем к следующей поделке. Для следующей поделки мне нужна оранжевая двусторонняя бумага. На ней мы отмерим по 2,5 сантиметра. Итак, отмерили по 2,5 сантиметра. Теперь нужно это вырезать. Вырезали мы бумагу. Получилось 8 полосочек. Теперь эти полосочки нужно будет склеить. Склеиваем полосочки между собой. Теперь она должна подсохнуть. И пока подсыхает наша поделка, из зеленой бумаги нужно будет вырезать листики. Наши полосочки подсохли. Теперь нужно склеивать вот таким образом.
можете воспользоваться степлером. Мне удобно все это склеить. Просто степлером потом не подлезешь внутрь. Дальше сверху нужно приклеить листик из зеленой бумаги. Можете вырезать тоже абсолютно любой листик, любого размера. Потом из полосочек зеленой бумаги скрутить вот такие вот кучерявые штучки. И тоже приклеить сверху. Получается вот такая вот тыковка. Вот такие поделки у меня получились. Тыковки и такой лес черный с летучими мышками. Кому понравилось, ставим лайк, пишем комментарии. И удачного всем Хэллоуина! Всем пока-пока! Спасибо за внимание!